традиции мы начинаем нашу рубрику с хороших новостей. Андрей, который так мечтал жить в семье, наконец-то обрел новых родителей. Интернат в прошлом, а рядом теперь всегда мама и папа. О чем мечтают брошенные дети? О чем тоскуют и кого зовут? И как вообще живут на свете? Без теплых, нежных, мамочкиных рук. Страшно даже представить, но родители этого малыша считают, что в интернате ему будет лучше, чем с ними. Поэтому сейчас мальчику ищут по-настоящему любящих маму и папу. В интернате он недавно, но уже сейчас его называют непоседа. Ребенку интересно все-все вокруг. Ты хулиган, что ли? Ты хулиган? А если вот так вот? Знакомьтесь, кто это? Это Андрей. Андрей 3 годика, да? Такой вот такой хулиган. Да? Пойдем играть? Будем играть? Пойдем. Когда Андрей только поступил в наш дом-интернат, это был колючий ежик. Сейчас, благодаря вниманию воспитателей, вниманию педагогов, ласковому обращению, Андрей стал раскрываться. Он научился сам кушать, сам пытается одеваться. Он любит внимание взрослого человека, любит, когда ему поют песенки. И, конечно, такому ребенку нужны заботливые мама и папа. Как говорят воспитатели, Андрюша очень непоседлив, поэтому то, что он сейчас сидит у нас на ручках, спокойно, это вообще удивительно. Да? Нет ничего больнее на этом свете, чем встретить взгляд ребенка-сироты. В глазах его весеннего рассвета вопрос сердечный. Мамочка, где ты? Thank you.